Дорогие друзья, разрешите вас поздравить с очередными итогами подведения конкурса Golden Time Talent 32 сезон. Каждый раз это особое событие, чтобы понять, кто из вас лучше. Разные категории детей и взрослых принимают участие в таком гениальном конкурсе, где можно выявить таланты, где и дети, и взрослые разных профессий и возрастов имеют возможность попробовать свое перо и получают удовольствие от этого. И мы сейчас с вами подводим итог. И, конечно, я хочу поздравить всех участников и пожелать дальнейших творческих успехов. И сказать, что это определенный ваш жизненный этап. И если вы не заняли первое место, а получили призовое, третье, то в этом нет ничего сложного, потому что это еще одна черточка в копилку ваших достижений. Ищите новые способы выражения для того, чтобы мира и добра в нашей жизни стало больше и больше. Но кого бы хотела все-таки отметить? Это София Коба, Ника Голуб, Альбина Ситкова, Светлана Буличенко, Олег Борщ, Игорь Зинченко, Олеся Беркович и Любовь Иващенкова. Всех это, по моему мнению, наиболее удачные работы, но, к сожалению, участников очень много, и отметить каждого не получается. Поэтому всем удачи и больших творческих успехов!